Ну что ж, мои любимые подписчики, всех с наступающим Новым Годом, всем привет, у микрофона как всегда Рамзес, сегодня продолжаем играть на сервачке под названием Zombie Like, ребят, и сегодня за определенное количество лайков я вам подгоню такой подгончик на Новый Год, так сказать, я разыграю на этом сервере два создателя, скину вам ники с паролями в описании и в комментарии, как только вы наберете определенное количество лайков. Давайте, ребята, получается не одного создателя мы разыграем, не одну привилегию, а целых две, я просто ники с паролем напишу вам, и все, и каждый любой сможет зайти, я у админа попросил, он выдал навсегда, поэтому, братишки, как-то так, все для вас стараюсь, поэтому давайте наберем 777 лайков, как только данное видео набирает 777 лайков, будет стоять, если каждый сейчас прожмет лайк, то я разыграю вам создателя, два ника с паролями сброшу для этого сервера. Вот цены на привилегии, кто хочет купить какую-либо привилегию, вот можете поставить на паузу, посмотреть. Менюшку создателя вам будет доступно очень много ножей, все менюшки, менюшка VIP, менюшка админа, менюшка супер админа и менюшка создателя. Сможете включать бесконечно патроны, брать ХП, броню, вот эти вот всякие пушечки, ребят. Ну то есть очень классно все, поэтому успевайте, ребят, 777 лайков, и я разыгрываю для вас создателей, ну два создателя, ник с паролем сброшу и два джетпака. Так, давайте получим 12 паков, подарочек соберем. Так, что это такое за зомби, пацаны? Что это такое за зомби классный? Так, я хочу с ним заскриниться. Блин, он очень классно выглядит на самом деле. Так, вот, все, заскринился. Скриншотик один готов. Давайте быстренько заскринимся. Вот так вот по красоте. Все, ребят, можем продолжать играть. Давайте вот этого подарочек соберем халявно тоже. Вот этих вот зомбаков поубиваем. Так, а почему хп? А вот, по 800 хп, кстати говоря, сносит данная пушка, ребят. Вот она вам будет всем доступна. Поэтому, ребятушки, лайкосики, все будет классно, здорово и круто. Так, давайте быстренько сейчас пустим дьявола, побегаю за дьявола, я давно здесь не играл под ним. Только как вот нам включить его, я, честно говоря, не помню, пацаны. А, все, вспомнил. Сюда, управление зомби-модом, немезидой, и делаем себя, ребятушки. Вот, а, нет, нельзя, что ли, или что? Что там нам в чатике написало? Так, пацаны берут себе бронюшку, всякую такую приколюшку. Так, давайте, ребята, мы сейчас возродим. Так, убьем. Нет, короче, предлагаю вам пушку взять. Смотрите, заходим в кабинет. Нет, не в кабинет, а в бонус-меню. И здесь джетган, дракон, гуангвир, что-то. Такие вот пушки всякие. Так, от 4 живых зомби надо, я понял. Так, окей, значит, что я вам предлагаю? У нас сейчас 3 зомби. Так, давайте. Ждем еще одного. Нужно как-то инфекцию распространить. Ну брось ты инфекционку, братан. Я хочу взять пушки, уже нормальный кабинет. Так, и поиграть уже. А, вот нам, кстати, перчатки доступны, вот эти вот, которые летают. Ну здесь полет такой себе. 10 раз можем летать. Но все равно классно, как по мне. Джетпак у нас остался. Дракона пока что взять не можем. А гуангвир это... вот эта вот пушка электрическая. Ну, можем, в принципе, с ней побегать. Давайте броню еще закупим. Без задач, бесконечные патроны. И, в принципе, все. Так, фаер-граната как выглядит? Свинка такая. Так, все, новый раунд начался. Сейчас можем с дьяволом замутить или нет, пацаны? Быстренько смотрим. Так, нет, ну почему-то нельзя. Я не знаю, с чем это связано. И массовое заражение пустить не можем. А можно только в определенных раундах. Я не знаю, пацаны. Апокалипсис тоже в 3-м, 8-м. У нас... а, в следующем раунде уже точно сможем. Короче, я понял. Нужно, значит, по фасту убить зомби. Ударить, убить. Так, КС, лайк. Давайте по-быстренькому... а, я не могу его убить, к сожалению. Ну ладно, тогда предлагаю вам быстренько его замочить. Берем подарочек еще один. Плюс 7 ему пока получил. Давайте, где у нас зомбак? Вот, все, его сейчас завалит, пацаны, и все, и мы поиграем нормально. Давайте. Главное, чтобы он инфекционку не бросил, потому что у него в руках вот какие-то гранатки. Давайте. Сейчас мы просто его вот так в воздухе будем убивать. Я предполагаю, что мы должны залететь вот сюда, и вот так вот его... все, так быстро его завалили, нифига себе, пацаны. Чё-то пацаны шустренькие какие-то, да? Давайте немезиды попробуем себя сделать. Нет, немезиды нельзя, значит, я
Спущу сейчас массовое заражение какое-нибудь. Мы зомбаком стали. Давайте гранаты вирусы закупим с вами. Вот так вот. И позаражаем пацанов пока что. Давайте вот так вот. Вот этих вот пареньков позаражаем. Эй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Пацаны, у нас ХП вообще по фигне осталось. Ёшкин ты матрошкин. Я чуть бы сейчас не просрал, короче, вот эти наши инфекционные гранаты. Поэтому нужно аккуратнее как-то играть, включить себе бешеного зомби там или что-то типа такого, потому что без бешеного зомби мы вообще не сможем никак выживать. Поэтому, пацаны, нужно аккуратненько в крысу как-то смотреть и пытаться заразить кого-нибудь. Я вот так вам скажу, потому что будет очень обидный ситуэйшн, если нас заразят. Ага, найс, гранатки, вообще классные, пацаны, на этом сервачке. Вообще ничего не можем сделать с ними. Давайте, 6000 хп у нас, 6300, давайте инфекционочку бросаем. И инфекционка, как всегда, никого не заражает. Я не знаю толку от этих инфекционок, что я купил. Давайте хоть одного кого-нибудь, найс. Хотя бы одного, пацаны, заразили, это тоже радует, неплохо. Так, давайте. В смысле, осталось ждать один раунд. Почему? В смысле, я хочу себе сделать человеком. Какой один раунд? Пишется, что один раунд остался ждать. Но не знаю, пацаны. На сервачок прикольно зайти, поиграть, вот так повыживать перед Новым годом. Тем более, ребята, обязательно заходите, играйте. Конечно же, кто хочет покупать привилегии, все ссылочки на онлайн-покупку cslike.ru будут, как всегда, в описании, ребят. Но на этой ноте я буду с вами прощаться, ребят. Всех еще раз наступающим Новым годом. Уже увидимся в следующем году. Завтра будет новая серия в Новом году, поэтому будет классно, я считаю, ребят. С вас лайкосик, 777 лайков. Я оставляю два ника с паролями от привилегий создать плюс паутинка, поэтому, братишки, дерзайте, ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Ну а с вами был Рамзо и Сидела. Всем хорошего настроения, всем удачи, мужики, всем пока. Пока-пока-пока.